До 25-ї річниці незалежності нашої країни відомі миколаївці поділились спогадами про те, якими вони були у свої 25 років. Активні та патріотичні, сьогодні козацька родина Параскунів підіймає національний дух миколаївців. Саме вони допомагають молодому поколінню дотримуватись українських традицій та пам'ятати історію народу. Адже їхня сім'я народилась майже одночасно з нашою незалежною державою. 25 лет. 25 лет мы молодые. Я был молодым специалистом. А вот эта девочка тогда еще только-только пришла на железную дорогу. Нет, 25, подожди, на железную дорогу прошла в 21. А в 25 я уже была бухгалтером по зарплате. Техником и бухгалтером по зарплате. Это уже это высокая специализация. Да, уже училась на высшее образование. Здесь, да, я только-только стал мастером третьего околотка. Эта девочка пришла ко мне в свои 20 лет. 21. Через год закончила технику, мы поженились, и потом мы еще на протяжении нескольких лет приезжали сюда. Каждый месяц, последняя неделя, отчет. Сонный из дизеля, 6:30, вокзал Николаев. Вот оно счастье, эти 3 дня, которые здесь мы будем посвящать бумажкам, отчет. Мы как раз поженились, ему было 25 лет в тот же день. Ему исполнилось 25, и мы бракосочетанием закрепили эту дату, что 2 раза не фраза. Железнодорожники такие очень практичные люди, ну просто сама обстановка к этому сподвигла, скажем так. Поэтому так вот, да, с 25 лет, что я здесь был, она здесь была.